Исаак Ньютон, Эдгар Аллан По, Фридрих Ницше, Винсент Ван Гог, Эрнест Хемингуэй, Сальвадор Дали. Все эти люди страдали различными психическими расстройствами. Дошли бы до нас гениальные творения и изобретения этих людей, если бы они были изолированы от общества, если бы их считали опасными или не воспринимали всерьез. Поддержка и участие – это то, что вы можете дать завтрашним гениям.